Приветище! Это вредный гусь, и мы продолжаем ломать нашу пернатую бошку над всякими головоломками. Короче, в прошлой серии мы надоедали вот этим двум соседям, выполнили почти все, за исключением нарядиться в ленточку. Об этом мне тоже написали в комментариях, сказали, мол, ты не все здесь сделал, так что возвращайся давай и выполняй это задание. Я тогда ломал голову, не знал, как что сделать, но в комментариях мне дали подсказочку. Короче, мы снимаем ленточку. Опа, валим. Как нитро-то включить? А, давно играл, забыл все. Все, я все вспомнил. Мадемуазель, красный нос. Кстати, почему у тебя красный нос? Ты че, алкашка, что ли? Бухаешь, что ли? Капец. Что за люди пошли? Кругом алкаши. Короче, срываем бабочку. Бабочку. Вот так вот. Уносим ее подальше. Чтоб нас не запалили. Можно было в унитаз ее скинуть. А давай это сделаем, попробуем. Можно в унитаз положить? Нет, черт возьми. В унитаз бабочку не получится положить. Короче, все. Бежим обратно к гусю. Короче, нам нужно с этим гусем поменяться местами. Я должен встать на его место и замереть. Но чтобы это сделать, я должен его стащить. Пока Муадмазель рисует свои удивительные стрёмные картины. Ой. Фух, не спалились. Гуся этого спрячу где-нибудь здесь. Стой тут, бро. Мне нужна... А, пофиг, пошли. Стою сюда. Во, смотри. Чем не гусь-то? Она бросила бабочку. Да блин! Спалила. Жаба. Жаба-алкоголичка. Алкоголичка. Да блин, не иди туда. Черт возьми. Иди сюда. Чё, гуся не признаешь своего, что ли? Слухает еще что-то. О, глянь-ка, сосед пришел. О, все, прокатило. Сосед, чё вылупился? Нарядиться в ленточку выполнено. Еще и достижение получил. Огороды называется. Бежим от седова. Короче, выбираемся и идем на волю, как говорится. Я еще... Блин, она снялась. Ну и фиг с тобой. Давай посмотрим, что у нас здесь. В прошлый раз мы отсюда выбежали очень быстро. Может, тут есть какие-то загадочки тоже. Хотя вроде ничего тут нету. О, дверки можно открыть? Дверки. Нет, нельзя. Все, тогда выбегаем отсюда. И идем на волю. Ура! Мы убежали от людей. Разнесли пол хаты. Шикарно. Спасибо. До свидания. Посылочку можно забрать? Конечно, можно. Это все мне. Там радиоуправляемая машинка, на которой я буду гонять по улицам. Так, вот тут мы, собственно, и остановились. Я дальше ни шиша не знаю, что делать. Вот у этого пруда мы были, я тут, видишь, открывался. Мы сюда приплывали с самого начала. Что делать, как быть? Пойдем по шоссе гулять. Я не знаю, куда я приду. О, тачка. Опачки. Там кто-то загружается? Можно закрыть двери. Эх, жалко, чувака нельзя закрыть. Понаскрывали тут нараспашку двери. О, ты тоже алкашка, у тебя красный нос. Что-то она открывает. А на кой черт ты открыла? Вдруг тут тварюги какие-нибудь прибегут и стырят у тебя там что-нибудь. Я же о тебе забочусь, мадам. Ну ладно, твоя взяла. Можно что-нибудь тут отпереть? Нет, нельзя. Какой? Хотел сказать огород, но это цветочный магазин, скорее всего. Или нет? Можно пройти? Вы же не против? Ага, нифига себе. Гоняет меня. Козлина, не дает пройти. А и что насчет ваших башмаков? Какие у вас интересные червячки на них? Опа, развязал один. Хо-хо-хо-хо-хо. Я и второй бы тебе развязал. Но тут помешала тетка. Смотри, тетка встряла. Не может пройти. Так, хорошо. Короче, мы сейчас аккуратненько. И второй. Бежим! Давай за мной! И спотыкайся куда-нибудь. Не, он за мной не бежит, скотина. Ну ладно. Ох уж эти кожаные. Двуногие кожаные. Короче, тут никак... А, нет, можно, смотри, между тачкой пройти. Но тут ничего такого интересного. А, нет, смотри. Ступенечки, лесенки. Снасти рыболовные. Божечки, пошли рыбачить. Не дают пожрать, так сам рыбу наловлю. Что-то я не понял, куда это я пришел? Куда это я вышел? А, колодец.
Это, короче, я возвращаюсь к начальной локации. Нет, пойдем обратно. О, монетка, смотри. Монеточка. Давай кинем в колодец, чтоб наше желание сбылось. Там, что загадать? Да. Загадаем, чтоб мои перья никогда не выпадали. А клюв и лапы всегда были оранжевые. Все. Короче, молодость я заказал. Заказал. Как будто я в ресторанчике и заказал себе молодость. Так, ладно. Давай попробуем скинуть вот эту всю бурду. Можно же это скинуть? Черт. Скорее всего, я скину сейчас с моста. Да фиг с ними, с этими рыболовными снастями. Берем поплывок и начинаем рыбалку. А, вот я так столкнуть могу. Ну и хорошо. Ловись, рыбка большая или маленькая. Смотри, пацанчик там отвлекся. А, не, он не отвлекся, он палит все равно. Давай попробуем, остался. Может, он нас... Не, заметил. Скотинка, а? Давай, тетка, я слежу за тобой. Сделай уже что-нибудь. Хватит отдыхать. Итак. Она доста... За... Бежим скорее! Черт, не успел. Не успел ее закрыть. Короче, она достала коробку. Ага. Коробку. Тащит ее туда. Ну, я понял. В общем, что если я залезу в эту коробку? Можно же? Можно. Отлично. Все, залазим в коробку. Вот так вот. Сейчас тетка придет и нас унесет. Капец, в этой коробке неудобно. Как бы лечь-то так нормально-то, а? Ужас. Кто придумал их? Ну чё там, тетка, ты скоро, нет? Ой. Давай рядом с тачкой сядем. Вот так вот. О, шикарно, тетка пришла. Так я думаю, коробка с тачки вывалилась, как это возможно? Ну ладно, надо бы ее тогда взять и отнести в цветочный наш магазин. Если это цветочный магазин, а может это рестик вообще? Там вон вижу террасу. Ха, мужик, ты думал, я не пройду? Палец тебе в твой коричневый нос, понял? Попасть в паб. А, так это паб. Это не рестик, ну почти рестик, но только паб. Отлично, мы пробрались. Мы внутри. Надо только не спалиться. Давай, убегай отсюда, я сейчас вылезу на свободу. А интересно, а где остальные коробки, которые она таскала? Все, короче, выбираемся. Настоящий агент 007, ёкарный. Так, что мы тут можем сделать? Коробочки с помидором. Или это клубничка? Там вот знак. Гусям проход запрещен. Хорошо. Мусорка есть. Есть ворота, которые перейти не смогу с этой стороны. Ух ты! Сколько тут всякого интересного. А, вот коробки, куда она таскала. Тут есть вот эта штука. Что это такое? Это мусорка, что ли? Ну да, похоже на мусорку, слушай. Или нет? А, неважно. Смотри, что могу. Короче, тут есть небольшой мостик, вот смотри, из досок. Из картона, точнее. Я вот так на мусорку могу взобраться. Что мне это дает, непонятно. Может быть, как-то перелететь. Но летать-то я не умею. Ладно, пошли в рестик. Потусим, пожрем, попьем. Тут есть проходик. А, это я под рестиком прохожу. Ну ладно. Здорово, дед! Я видел, что тут дед, который курит трубку или что, а он в дартс играет. И на гармошке играет. Вот, он не курил. Он на гармошке играл. Здорово! Можно я в твою гармошку дуну, а? На. Опа! О, да! Хе-хе! Вот я музыкант, да? Талантливый гусь. От души, дедуль, спасибо. О, в колечки можно поиграть. Ты не против, да, я тебе в кольца покидаю? Криво, но нормально, все равно. Все в одном месте будет. Все кольца. О, можно знак Audi собрать, знаешь? Четыре кольца. Блин. Что-то не попадаю я. Да капец. Как играть в эту игру? Короче, это не для гуся. Здрасте, мадам. Мадам и мадам. Сейчас я вам спою. Даже в ладоши похлопали. А деньги будут? На чай оставьте. Я голодный, жрать хочу. А, я знаю, что им нужно. Концерт устроить. Сейчас, подожди. Сейчас под... Блин, спалился, походу. А, нет, не спалился. Концерт! Все ради концерта, дед! Не переживай. Так. Ну чё, как вам? Девчули? На чай оставите? Ладно, дед, все, забирай.
Что-то девки какие-то это, не разогретые, не хотят меня оставлять на чай. Так, что у нас тут? В общем, я пошел в кафешку внутрь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бежим. Вот сюда нам нужно скорей. Все, фух, он тут нас не достанет. Адское пекло, коричневый нос чуть нас не застал врасплох. Все, выходим. Я, пожалуй, поднимусь вот по этим лесенкам. Я же могу подняться по этим лесенкам, правильно? Могу. Отлично. О, блин, меня все гоняют. Что за дела? Ладно, я на стелсе пройду. Я же стелсер. Кстати, я могу под стол сюда забежать и все. Мне ничего никто не сделает. Потому что достать они меня не смогут. Стакан. Блестящий. Опс. Если что, это не я. А кто это сделал? А ты посмотри. Кружку разбили. Вот засранцы, а. Я тебе уверяю, это кто-то из кожаных. Пернатый тут вообще не при делах. Че, ты даже не уберешь, что ли? Фу ты, ну ты. Я бы такой официантки на чай точно не оставил. Не там ты трешь. У тебя на полу разбито. Короче, вон там вилочка есть, да, ты видишь, да? Вон там, это. Нам надо на стелсе вот так вот, смотри. Обачки! Хо-хо-хо! Это было на грани, но нас не спалили. Хватаем, короче, вилку. Я буду ей кушать. Зачем я ее спер, я правда не знаю. О, тут ножик есть. Ножик. Лодочка. В умывальнике. Точнее, в раковине. Это нифига не умывальник. Давай-ка лодочку достанем. Плыви! Точнее, всплывай, лодка! Как подводная лодка. Лодочка всплывает. И я, по всей видимости, ее могу свистнуть. Но для чего или для кого? Странно, вода наполнилась, но не перелилась! Черт возьми! Все, я убег! Не достать меня! Стол-то ты не умеешь двигать! Там вода бежит! Бежит! Черт, надо переждать бурю. Так, давай попробуем посмотреть в задачи. Сломать дартс, стащить лодочку. Мы были близкие к этому, но сейчас мы это сделаем. Заставить старикана упасть на задницу, это, видимо, который на гармошке играл. Получить в награду цветок, от кого интересно. Украсть кружку и бросить в канал. А, вон оно что. И последнее, это накрыть на стол. Положить нож, вилку, тарелку, перец и свечу. О, так у меня сегодня романтик. Свиданочка намечается, отлично. Блин, ну да. Вода ушла с раковины, лодочка опустилась на дно. Пойдем еще разок. Ой-ой-ой-ой-ой. Она что, нас спалила, нет? Нет, не спалила. Пойдем еще раз попробуем достать лодочку. Лодочка моя. Ведерко. Прикольно. Черт, нас опять спалили. Бежим! Даже тряпку свою кинул, ты посмотри. Не-не-не, не иди туда. Иди сюда, мадам. Я здесь. Иди сюда. А теперь я за лодочкой. Я за лодочкой. Лодочка, лодочка. Куда бы тебе положить? Есть, тащить лодку. Ништяк. Mission complete. Пойдем теперь... А, надо кружку стырить. Берем кружку. Кружку, кружку, кружку. Ее надо в канал скинуть. А как нам ее в канал скинуть? Нам же тут не пройти. Тут вон дядька злой есть. Он стоит тут охраняет. Да, ой, и там еще тетка идет. А подожди, смотри. Тут, кажется, можно пролезть. Вот так вот пролазим. О, нифига себе, нифига себе. А дальше можем пролезть? Нет, дальше нельзя. И на стелсе. Мы все равно не вылезем на стелсе. Черт. Ладно, давай кружку тут оставим. Тихонечко кидаем ее. Бежим, короче, сейчас к дедуле. Нужно сломать ему дартс. А как нам это сделать? Фиг его знает. Смотри, старикан садится. О, кажется, я знаю, как... Как сделать так, чтобы старикан упал на задницу. Опа. О, да! Злой дьявольский гусь. Так, это было прикольно. Ладно, старикан, не бузи. Насчет дартса. Разбираемся с дартсом. Что сделать с ним? Есть у меня, короче, идейка. А что, если я попаду в этот кирпичный дом... И с другой стороны долбану по стенке. И дартс типа упадет. Он, смотри, туда женщина заходит. О, стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Подожди-ка.
точно, туда женщина заходит. Ой, прям перед ней вылез. Ну и, по-моему, по барабану. Так. Можно тут как-то пройти? Нифига, тут, короче, не пройти, ничего не сделать. Но зато я нашел стол для романтика. Для своей свиданочки. Вот он, ты посмотри, он у меня уже даже скатертью накрыт. Короче, сюда нужно принести тарелочку. Вот, кстати, тарелочка, пожалуйста. Сейчас накрою я на стол. Сегодня свиданочка при свечах. Вот так вот. Вам отлично. Смотрим. Да, тарелка есть. Осталось принести вилку, нож, свечу. Вали отсюда, женщина. Свали. Ништяк. Да, нам еще перец нужен. Как же без перца? Перец у нас вот тут лежит. Бегу! Хватай перец. Хватай, пока никого не видно. Спускаемся. Вот ёкарный. Женщина, не трогай меня. Меня здесь нет. У тебя галлюцинации. Перец пёр. Ставлю его вот сюда. Угу. Поставился. А женщина тут ходит и думает, блин, кто мне с паба спёр перец? Где перец-то? Я знаю, где ножи. Ножи у нас вон там. О, и здесь тоже есть. О, бочка. Бочка. Можно вытащить? Давай. Оп. Пивандрож, что ли? Так, значит, вилку берем. Пошли. Господи, я сейчас все пиво тут У тебя пиво бежит. Не за мной гоняйся, пиво затыкай. Ёк-макарёк. Все, да что ж такое-то? Сейчас догонит. Фух, убежали. Немножечко застрял в заборе. Иди сюда, ко мне. Come on, baby. Оп. Доигрался. Нет, не доигрался. Хо-хо-хо. Обманули чёточку. Все. Я валю. Бомбастая такая женщина была вообще. Я ее, конечно, боюсь, она может меня задавить своим весом. Ну что поделать. Так, значит, вилочка есть. Нет. Подожди. Вся конструкция нарушена. Вилочка есть. Вот так вот. Теперь нужен ножик и свеча. Снова эта женщина. Никакого романтика с ней не получится. Ходит тут, как проходной двор. Наша бомбическая женщина пошла затыкать пробкой пивандрос. Удивительно, что там еще не все вылилось. Прям капец, как удивительно. Я тырюсь тут. Она отвернулась. Пока она отвернулась, я могу достать свечу. Хоп. Хоп! Ней! На-на-ней! На-на-на-на-на-на-ней! Ой! Там этот чувачок. Бежим! Чё-то я немножечко тут это, не подрасчитал. Чёрт, добегу! Давай, залазь! Я не смог за... Да шо? Как так-то? Со свечой да не залез. Подожди. А, мне надо было нагнуться, все, я понял. Вся проблема в том, что я не нагнулся. Это знаешь, как собака с палкой, которая не может пройти через узкий проход. У меня такая же ситуация получилась. Ой, куда я свечу тащу? В общем, свечечку мы ставим сюда. Как-то криво ставится, подожди. Поставь нормально. Во! По красоте. И остался нож. Ножики, чтоб масло нарезать. И на булку мазать. И потом хомячить. Ножики, вот они ножики. Шикарно. Взял то, что нужно. Ну чё, мой романтик сегодня состоится по-любому. Стол накрыт. Чё у нас дальше там по списку? Украсть кружку и сбросить в канал. Надо придумать что-то с мужиком. А чё придумать-то? У него шнурки же есть. Ёк-макарёк. Он, короче, за мной 100% побежит. 100%. Давай попробуем это сделать. Месье! Здрасте. Здрасте, он меня выгоняет? Ну, хорошо, он меня выгнал. И чё он думает, он от меня так просто избавится, что ли? Да не, нифига. Сейчас я ему покажу, где кожаный ночует. Так, иди за мной. Иди сюда, пупсень. Иди сюда, да, беги, красавчик. А теперь развязываем ему шнурки. Развязываем ему шнурки. Да черт, не получается так просто. Шнурочки мне надо тебе развязать. Опа. Давай, споткнись, красавчик. Получилось. Значит, мы можем стырить кружку. Оп. Виола у нас получилось. Никто ничего не запалил. Здрасте, мадемуазель. Все, пойду кружку скину. Хо, оказалось, проще некуда. Эта кружка приговаривается к смертной казни. Утопить ее. Украсть кружку и бросить в канал. Получилось.
Осталось два задания. Это получить в награду цветок. Цветок я смогу получить у девушек, если, наверное, сыграю им отличную мелодию. А сломать дартс я до сих пор не допедрил как. Сейчас будем разбираться. А тут картонки-то больше нет. А как мне внутрь попасть? Мечье, можно я просто пробегу? О, прикинь, успел. Успел пробежать. Девушки, здравствуйте. Разрешите представиться. Я Рыжий Клюв. Можно мне цветочек ваш? В награду, пожалуйста. А, вон оно что. Они показывают действия, я должен это сделать. Чтоб они подумали, что я убер-крутой. А вот и цветочек в награду. Спасибо, 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 вы очень добры. Новый пункт в списке дел. Чё там? Бросить ведро на голову здоровенного мужика. Здоровенного мужика — это который на входе стоит, да? Блин, капец, это будет сложно. Вся проблема в том, что я ведро уже скинул и... А где это ведро-то? Смотри-ка, тетка хочет поставить знак «Нет гусям». Мы с Тамарой ходим парой. Да блин, чё ты? Я же за тобой хожу, я даже через парадную... Во, смотри, через дверь, да дай мне через дверь войти, как нормальный двуногий. Я ж тоже двуногий, но не кожаный. Смотри, тетки идиотки. Забавно. Толкаются. Спасибо, мадам, что пустили. Вот оно что. И куда ты прикрепишь этот знак? Эй, ну что за дела? Чё мне эта дверь не подержала? Короче, кажется, я догадываюсь, как нам сломать дартс. Вначале нам нужно, чтобы старикан не играл на своей гармошке. Уберем стульчик. О, кажется, я у него что-то снять могу. Хе-хе, шляпу стырил. О, смотри, задание вычеркнулось. И достижение дали. Круто, ну-ка погоди. Список дел дополнительно. Ничего себе, какой-то секретный список еще есть. Ого. Ладно, возвращаемся к деду. Дедуль, ты там как? Черт, он снова играет на своей гармошке. Надо, чтобы он взял, короче, дротик от дартса. И я у него его как-то стырил, по всей видимости. Вон он пошел за дротиком. Я стырил у него гармошечку, чтобы он не играл на ней. Кину куда-нибудь сюда. Думай, что с дротиком делать? Что с дротиком? Можно у тебя дротик забрать? Пожалуйста. Дай мне дротик. Дротик, дротик, дротик. Короче, у него есть три дротика. Один в руке, два там. Да блин. Надо у него эти дротики забрать каким-то макаром. Ладно, он кидает, кидает, кидает. Давай. О, сломать дарт. Это оказалось проще некуда. Я думал, у него стырить надо. А, подожди, там какая-то записочка есть. Там записочка есть. Записочка, записочка, записочка. Записочка. Подожди, подожди, иди сюда. Иди сюда. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, ну короче, эту этикетку я не могу оторвать. В общем, что нам там осталось еще? Бросить ведро на голову здоровяку. Как бы это сделать? Я думаю, что надо его туда как-то приманить. А как его приманить? Короче, смотри, тут коробка с помидорами открыта. И я их могу брать. Может быть, этот мужик обожает помидоры? И выстроить ему, типа, цепочку из помидор, чтобы он сюда подошел к этим помидорам, и я кинул ему на башку ведро. А? Как тебе план? Ну смотри, помидоры вроде бы никому не интересны. Они их просто пинают своими башмаками. Ну хорошо. Мужик! Смотри, помидорка! Помидорка! Иди помидоры собирай. Не-не-не, не за мной! Помидоры иди собирай. Смотри, вот он увидел помидорку. И пошел за ними. Ну точно, мой план сработал. Мой план сработал. Блин, он до следующего помидора дойдет, интересно, или нет? Да не в ту ты сторону пошел. Сделаем по-другому. Иди сюда, мужик. Иди сюда. Ты обожаешь помидоры, я знаю. Я знаю, что ты обожаешь помидоры. Вот смотри, тут куча помидорок. Просто огромная куча. Сейчас он их начнет собирать. А я такой, вот тебе помидорка, вот здесь вот еще. Смотри, лежит прям. Манит тебя. Смотри, сколько тут помидор. Иди сюда. Вон он заходит. Отлично, отлично. Нам теперь до ведра надо успеть. Успеть до ведра. Давай, 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 давай. Ножи, 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 ножи. И ножи, ножи. О,
Вот да, успели, получилось. Ништяк. Вот это веселуха. Кажется, у тебя теперь кровавые штаны. Хэллоуин уже, правда, прошел, но что поделать. Божечки. Список выполнен, отлично. Валим отсюда. А только куда? Я уверен, что мужик пошел открывать двери, которые там были заперты. И мы там сможем... Ой-ой-ой-ой-ой, он очень обозлился, очень обозлился. Ну да, смотри, он меня сюда выгоняет. Давай, открывай здесь двери, я уйду. Открывай, открывай. Куда ты меня хочешь выгнать, а? А, вон что, смотри, он выкинул в мусорку. И теперь я могу сделать вот так вот. Хлыбыщ, и мы перебрались. О, да, успешный побег. Здесь открою на всякий пожарный. И чё, и куда это мы перешли? Где это мы? Здесь снова заперто. Там интересный такой дворик. А тут можно через мостик проплыть и куда-то туда вдаль. А, вот, и мы попадем в этот удивительный парк. Попасть в мини-деревню. Украсть красивый миниатюрный золотой колокольчик. А где здесь колокольчик? Колокольчик. Ну что, я предлагаю остановиться здесь. Гусь у нас подустал немножечко. Если тебе понравилась эта игруха, то с тебя лайк под этим видео и подписочка, если ты не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.